Интересно, куча взрослых людей без детей. Что вы знаете о детях? Отсутствие, наверное, было такое, что она реально орет часов в 5. И, конечно, реально за 5 часов в любом случае твое любящее отцовское оно в любом случае превращается в... Да-да, у меня пришла жена, она говорит, она не спит, потому что ты, блядь, рычишь на нее. Трясешь ее, как мудак, и рычишь. И... Оказалось, что если, когда твой ребенок орет, ты тоже начнешь орать? Да, я выяснил это благодаря своей невероятной эмоциональной стабильности. Твой ребенок орет, ты тоже начнешь орать? Ребенок затыкается. Серьезно, я так понял, ребенку не принципиально, кто именно, блядь, орет в помещении. Ему важно, чтобы просто кто-то орал. Она мгновенно прям такой, хух, блядь, бать, слава богу, я так рад. Я уж заебалась орать. Он мне посмотрел, у меня же ебло все пятнами красными. Я уж часа 4 ору.